Дорогие друзья, всем привет! Подкатила новенькая посылочка от компании Диагостини по нашему проектику УАЗ. УАЗ 469 в 8-м масштабе. Вот. Как вы помните, последний раз мы с вами собрали полностью передний мост и с подвеской и начали собирать задний мост. Давайте посмотрим, что у нас в этой посылочке. Еще одно колесо. Еще одно колесо. Рессора. Рессора. Так, я так понимаю, что сегодня у нас с вами полностью подвеска. И я так понимаю, рама будет собрана. И со следующей посылочкой уже у нас будет, ну я надеюсь, кузов. То, чего все мы ждем. Номера с 25 по 28. Приступим к сборочке. Рессоры мы уже собирали неоднократно, так что все будет очень быстро. Так, пока я собираю номера, наверное, надо распаковать покрышки и положить их греться, как мы сделали с вами в предыдущей сборочке. Так, выбираем красивую сторону. Это будет лицевая. Вот так. Все. Приступим дальше к сборке. Так, готово. Чуть-чуть в стороночку. Народ, кто собирает еще УАЗика, отписывайтесь в комментариях. Добавляйтесь, друзья, делитесь, давайте, опытом, на чем строить собираетесь, ну, кто радиоуправляемый хочет сделать. Так, нам снова требуется наша рама, и очень-очень непродуманно придется прикручивать вот сюда наши стремяночки. Наверное, я не на ту сторону. Прикрутил. Ну да ладно, перекручивать не буду. Сейчас другие номера соберу. И потом все состыкуем. Потому что если мы мост переворачиваем, то мне нужна другая сторона. Так, прикрутили. Теперь накидываем мост. Кардан заводим. Накидываем один с одной стороны, с другой. И шайбочками и болтиком ПМ прикручиваем. Так. Теперь берем остальную часть амортизаторов. Так. А, сначала предлагают кардан прикрутить. Так, кардан прикрутить, наверное, ЛП. Да. Так, кардан прикрутили. Следующий, значит, амортизатор. Амортизатор, пружинку вставили. Так, нет, амортизатор, пружинку лучше на шток одеть. А потом уже эту. Вот, раз. Так, и болтик. Каким у нас болтиком фиксируется?
такой толстенький был болтик, ЛП написано. ЛП, Подвеска дубовая, друзья. Очень дубовая. Все, готово. Так, два номера еще собрали. Мост задний тоже. Здесь ничего не работает. И теперь приступаем к сбору колес. Так, пускай еще пока полежат. Хотя вроде уже и мягкие. Во. О. Все, сели. С любой стороны села. Так, ну и поехали тогда у нас. Что у нас здесь? Какой ход событий? Колесо одели. Берем диск тормозной. Барабан. Так, барабан, проставку и колесо. Все, и прикручиваем. Чтобы несколько раз не переворачивать, собираю второе колесо. Так, колесо. Сейчас происходит становление модели на колеса. Так. То ли я потерял, то ли одного шланга не хватает тормозного. Та-да-дам. УАЗик, так сказать, на своих двоих, а в нашем случае на своих четырех. Ну что, друзья, еще одна посылочка собрана. Вот такой у нас получается с вами УАЗ, ну точнее его шасси. Ну все, на сегодняшний день вот такой у нас УАЗик получается. Он на мостах, на колесах, на рессорах, вся подвеска собрана. Вот. Ну, шасси полностью собрано, я так понимаю, осталась мелочевка. Вот. Далее, я так понимаю, все-таки, наверное, кузова мы не дождемся, а будет дно, салон, наверное, вот так вот. Не будут они сразу выпускать внешние элементы. Ну, это, как говорится, мое предположение. Так что, вот такой красавчик потихонечку становится. В следующем выпуске со следующей посылочкой, а может быть и раньше, придет мне донор. Так что посмотрим, может быть, промежуточная часть будет по УАЗику, именно становление, ну, прикидки его на шасси уже, на котором он будет ездить. Так что посмотрим мосты, амортизаторы, рессоры, потому что это не подвеска, она не работает. Ну и будем попробовать прилаживать на эту раму те запчасти. Ну все, спасибо за просмотр, всем пока.